Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Плит восточный, все как обычно, вяжем две одинаковые детальки. Смотрим, из чего они состоят, из каких фрагментов. Первый фрагмент синий. Один синий, один желтый, один синий, один красный, два зеленых, два голубых. Три белых, два голубых, два зеленых, один красный, один синий, один желтый, один синий. Сложили пополам, убедились, что у нас детали симметричные. Две детали абсолютно одинаковые, соответствующие ширине нашего пледа. И идем, соединяем детальки при этом для того, чтобы когда мы закончим вязать завершающие фрагменты, у нас плед уже был готов. Чтобы не пропустить следующую часть, подпишитесь на наш канал, заходите в плейлисты на канале YouTube, там найдете очень много информации, посвященной машинному вязанию. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки и нашу школу машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.